Угасающая красота ивановской архитектуры в стиле советского конструктивизма до сих пор вдохновляет творческих людей. Питерский художник и дизайнер Саша Браулов вышивает памятники русского авангарда. Одна из последних работ – дом птицы на проспекте Ленина. На очереди – дом-корабль. В студии предметного дизайна вместе с супругой Саша Браулов создает самые разные предметы под влиянием искусства 20-30-х годов прошлого века. Так, например, Ивановский ЖД вокзал, памятник конструктивизма, вместе с другими интересными зданиями вдохновил на создание настенного органайзера «Невидимый авангард». Здесь можно увидеть элементы, прообразом для которых послужили оконные проемы и другие функциональные части сооружений, построенных в 9 российских городах. Нас очень волнует тема исчезновения наследия русского авангарда, поэтому в той или иной степени многие из наших предметов посвящены именно этой теме. К примеру, у нас есть серия из настенных органайзеров из акрилового стекла, посвященных недооцененной, а того подчас невидимой архитектуре русского авангарда. Дом «Подкова», гостиница «Центральная», дом «Птица». Саша Браулов вышивает памятники архитектуры уже более полутора лет. Особенный интерес в работе заключается в том, чтобы найти то или иное здание и узнать о нем как можно больше. Непосредственный процесс вышивки, по сути, дело техники. Делать стежки за стежком не так уж и сложно, говорит мастер. Проект с вышивкой – это продолжение освещения темы архитектуры русского авангарда. Попытка привлечь внимание общественности к проблеме, связанной с возможностью утраты целого пласта, который признан во всем мире как некое новое течение в архитектуре. Выбор зданий в городе Иваново обуславливается тем, что в этом городе сосредоточено большое количество сооружений в стиле конструктивизма. И очень самобытных. Если появится время, Саша Браулов планирует вышить и другие ивановские здания в стиле конструктивизма. Не исключено, что со временем даже получится организовать выставку этих работ. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.